Хабаровск переживает бум на установку приборов учета потребления воды, света и отопления. До холодов еще далеко, но люди волнуются. Мол, за горячие батареи придется платить больше. Не переживайте, еще не факт. И не важно, в каком доме вы живете. С учетом того, что у нас сейчас предполагается не введение нормативов, нормативов на отопление по этажности и в зависимости от года постройки, соответственно, перспектива введения повышающего коэффициента по отоплению, она откладывается. Это дополнительный плюс для наших граждан. В настоящее время жилищные организации с трудом успевают удовлетворить все обращения на монтаж и регистрацию приборов учета потребления воды. Теперь счетчики хотят установить в два раза больше хабаровчан. Есть районы, где оприборено уже свыше половины квартир. Тут в дело вмешивается непреложный закон рынка. Чем больше спрос на услугу, тем она дешевле. Да, цена несколько упала, потому что объем большой. То есть объем вырос, поэтому, чтобы, видимо, заинтересовать желающих установить, то есть компании снизили цены. Дальтв ТНТ очень ценит своих зрителей и не может обойтись без небольшого лайфхака специально для вас. В общем, если в вашей квартире живет целый табор потребителей воды, со счетчиком не торопитесь. Если вас поменьше, счетчик поможет сэкономить. Понятно, если много человек прописано, то люди тянут до последнего, чтобы не ставить прибор учет, потому что много, идет большое потребление. Там, где человек потребляет немного и не выбирает норматив, тогда, конечно, это выгодно поставить. Экономия в среднем составляет порядка 30%. Да, чуть не забыли. Учтите, что повышающие коэффициенты к нормативам потребления увеличиваются постоянно. Но на квартиры со счетчиком это не распространяется. Вот еще один плюс. Сергей Щербаков, программа «Настоящее время».